Всем привет, на канале Ировой Инструмент. У нас сегодня обзор шлифовального круга SR по металлу и нержавейке такого плана. Сейчас подаемся к ним доработать. Он накручивается на болгарку. Ну, чистый винт. А? Чистый просто? Чистый, да. Ну, в поревнянии с каким из... Давай попробуем. Это черный, да? Угу. С оцинкованный винт, да? Не-не-не, просто черный. Чисто черный металл. Протримай ты, Миша. Вычищается. Чисто золотим. Заполирую. Ну як. Ну воно не полірує трошки. Не, не полірує. Чого? Тому що трошки після є нього такі... є. Так що треба доповнительна обробка буде, так? Да? Да. Ну, доволі швидко, якщо в порівнянні з там з калташкою, чи так само. Ну, звісно, воно ж практично все бере. Що давай. Боргалом не тернем. Конечно. То есть, их, если есть великий объем, то можно их тогда використовувати, да. Правильно? Да. Если у меня малый объем, но регулярно, да. То все равно хорошим инструментом работать лучше. Ну да, так що всім, кому сподобалось, переходимо по посилці на сайт, там його можна придбати. І підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока.